Ну вот, короче, ситуация такая. Купил я Citroën Berlingo. Вот он, сам Citroën. Короче, ревизию начал делать. У него была сломана пружина передняя на стойке. Ну, родной у меня нету. Померил ширина пружины Ситроеновской 15,5. А, как сказать, девятка, наша русская модель, у нее 15. То есть разница 5 миллиметров. Это вот сейчас вот здесь стоит от девятки пружина. Вот я ее поставил. И в принципе, никаких проблем. Встала хорошо. Все нормально. Вот я наездил уже пару сотен километров на ней, на этой пружине. Пружина показала себя даже еще лучше, чем которая стояла до этого здесь. То есть она передает удары меньше от дороги, чем родная. Ну, то есть получается как бы помягче. Ну, тут есть кое-какие нюансы. Верх встает хорошо, низ, ну, вниз, в принципе, тоже встал нормально. Но тут есть нюанс в чем? У них, как сказать, вот этот паз и центр стойки смещен, он не по центру идет, сама стойка, а смещен в одну сторону. То есть, если неправильно поставить пружину, отпилить неправильно, получается, как сказать-то, вот сейчас открою капот. Откроем капот у машины. Да, блядь. Где ты там? Откроем. Вот, короче, смотрим. Центр смещен в одну сторону. Если неправильно отрезать и седло конца пружины Нихуя себе. будет находиться в другом месте, то тупо чашка не встанет в это самое. Опорная чашка пружины не встанет сюда. То есть надо смотреть. Разрез пружины должен быть вот здесь. Это самое узкое место у опорной чашки пружины. Вот получается, сейчас примерно покажу. Вот родная пружина. Вот, я правда не уверен, что она тоже была когда-то родная, потому что у нее распил. Распил находится вот где. Вот у нее один конец, вот, и как бы вот второй конец у этой пружины, у родной. Не подходит. То есть, ну, что-то как-то не то. Видимо, поэтому ее сломала. А делать надо вот так вот. Вот у нее вот пружина, вот. И второй конец. То есть у нее верх встает нормально. Допустим, возьмем вот так вот. Верх встает нормально. Низ, ну там тоже залазит как бы хорошо. Но распил надо делать не вот здесь, не здесь, а чтобы вот это место, как бы, вставая в чашку, оно было вот так, таким макаром. Вот таким макаром. К внутренней части, как бы, стакана опорно. То есть получается, пилить надо вот тут, вот в этом месте. Ну, кто хочет подлиннее, значит, здесь отпилить. Главное, чтобы вот это место опорно было вот так у пружины, вот таким макаром было к двигателю. Вот этот отпил. А нижний отпил
отпил был примерно вот здесь. Вот здесь вот. Так что, когда будете пилить, смотрите внимательно, чтобы не окараться. Я окарался немножко, и у меня просто тупо стойка не залезла. Пришлось отпиливать еще. Так что, а девяточная пружина, в принципе, встает нормально. И по размеру как бы подходит, и все. Просто я говорю, единственное, что вот надо смотреть, вот этот, вот как правильно отпилить. То есть, вот эти концы, чтобы вставали с седла. Не караться. Вот. Значит, результат какой? Финальный, как говорится. Этот конец к двигателю, а нижний конец должен смотреть вот сюда. Вот как бы вся проблема. А так никаких проблем. Вот эта девяточная стойка, пружина, я ее поставлю на другую сторону. То есть с девяточными пружинами получается. Мне нравится больше, машина намного мягче себя чувствует. Я с камерой, ну, кто будет смотреть. Вот и получается, что верхний пропил должен стоять вот здесь, вот в этом месте. Это самое узкое место у опорной чашки пружины. И нижний пропил, вот вы сами его видите, вот он. То есть концы вот так должны быть. Все, всем спасибо. До свидания. Ставим лайки, подписываемся.